Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. А ты знаешь, о чем я думала, пока ждала тебя возле общежития? Без понятия. Я мысленно избивала тебя до кровавых соплей. Снова и снова, раз за разом. И с каждой секундой ожидания моя ярость лишь множилась. Сегодня я выяснил, что некоторые виды злости со временем только крепнут. Готова поспорить, тебе сейчас пофиг. Да нет, что ты! Давай проведем эксперимент и узнаем, как долго человек может не дышать. Когда человека душит, то пережимают сонную артерию, так что он вырубается. Тут ничего общего с задержкой дыхания. Меня и такой вариант устроит. Ты обещал, что на летних каникулах мы вместе поедем домой. Разве? Вот, всегда-то так. Как ни в чем не бывало, нарушаешь свои же обещания. Я постараюсь научиться держать свое слово. Ну, то есть, в этом году ты пропускаешь фестиваль? Чего? Я выбрана в качестве представителя Академии вместо принцессы Розы. Только не говори, что впервые об этом слышишь. Да знал, я знал! Решил проверку тебе устроить, только и всего. Если не планируешь умирать молодым, советую прислушаться, и уж лучше тебе это увидеть. Вас понял. Но как старшая сестра Алексии, я прошу прощения. Надеюсь, ты примешь мои извинения. Конечно. Я тут сижу, принимая извинения ключевого персонажа. Худшее событие в жизни фонового персонажа. Я также надеюсь, что произошедшее не помешает вашей дружбе. Нашей дружбе? Не знаю, я вроде просто подобрал монеты, которые она в меня кинула. Она кинула монеты? Ну, типа как кинуть собаке палку и крикнуть апорт. Вы что, вместе играли с собакой? Если считать собакой меня, то, наверное, да. Да неважно. Моя сестра рада, что у нее появился такой хороший друг. Впервые об этом слышу. Ты игнорируешь меня? Нет, не игнорирую. Разве? Ну да. Правда? Правда. Вот как. Вот так. Передо мной разворачиваются мириады путей, так что придется все хорошо обдумать. Вон какой счастливый. Еще какой счастливый! А... Тоже радовался, когда мой бой смотрел. Вот, блин, я труп. О, круто! Богиня войны, мастер меча. Вот бы люди говорили, он же легендарный, не о ком-то другом, а обо мне. Постойте, обе сели рядом со мной? Персонаж окружен ключевыми персонажами, а мне нравится. Сид. Сид. Сид? Сид? Сид привлек мое внимание. Он станет сильным. Нет, не станет. Пусть он и учится в Академии, но сомневаюсь, что из него выйдет стоящий рыцарь. Он даже своей сестре Клэр Кагана не ровня. Он из семьи Кагана? Неужто сын того лысого? Что ж, если и сама госпожа Беатрис так считает, то вряд ли стоит сомневаться в ее словах. Да, точно ведь. Нам остается только ждать. И как ее после такого богини войны звать? Пора бы мне уже явить свой истинный образ. Ты же... Не верю. Имя мне Тень. Простите. Имя мне Тень. Модный. Убийца бандитов. Модный. Убийца бандитов? А кто ты такой? Я? Хороший вопрос. Я все еще в процессе тренировок. Можешь считать меня модным убийцей бандитов. Ну или просто прохожим. А я-то думал, что та девчонка оборотнем была. Все сюда, не дайте ей уйти! Модный, то есть тень! Черт!